Шестой театральный фестиваль «У Троицы вне формата» пройдет в Сергиевом Посаде в ближайшие выходные. Зрителей ждут спектакли и музыкальные представления театров Москвы, Липецка, Королева и Сергиева Посада. Мы разделили в этом году на такие тематические дни этот фестиваль. У нас проходит Чехов-фест будет, Островский-фест и Пушкин-фест. Вот. И мы сыграем для наших зрителей отрывки из спектаклей театрального ковчега «Горячее сердце», «Станционный смотритель» и «Вишневый сад». Новой площадкой фестиваля станет парк культурно-просветительского центра «Дубрава», в котором теперь базируется театр-студия «Театральный ковчег». Прежде закрытый от посторонних глаз, этот уютный парк сегодня наполняется жизнью. В отличие от дороги к храму, где фестиваль вне формата проходил прежде, новые пространства открывают организаторам новые возможности. В дни фестиваля здесь будет работать фудкорт, ярмарка мастеров и площадки с мастер-классами. Уже расставлены атмосферные фотозоны, но главная ценность парка – летний театр. Все дышит, все готовится к фестивалю. Вы видели, что у нас сцена теперь крытая, да? Нам не страшен дождик. Мы каждый год думали, что будет дождь, но всегда фестиваль состоялся, всегда он был. Вот в три дня нам, слава богу, небесная канцелярия вот позволяла проводить этот фестиваль. Вот. Вы видели, как настраивается звук, вы видели, как вешается свет. Вот мы готовимся. Мы каждый год привносим что-то новое. Опять-таки, мы приглашаем новые театры. Да? Даже если к нам приходят постоянные участники фестиваля, да, они привозят что-то новое. Всегда, каждый год что-то новое. И мы стараемся не повторяться, потому что, ну, чтобы было интересно зрителю. Театральный фестиваль «У Троицы вне формата» пройдет с 25 по 27 августа. Начало программ 18 часов. Вход свободный. Михаил Зуйков, Вячеслав Шумов. Программа «События».